Всем привет! Дождливая погода плавно перетекает на выходные. Но это не повод расстраиваться. Уже в воскресенье нам удастся позагорать. А какая погода нас ожидает в предстоящие дни, расскажу вам я, Дарья. Сегодня в Сочи погода не радует нас. Утром плюс 24 градуса, днем плюс 28, а вечером плюс 23, дождь с грозой. В субботу также погода нас не радует. Утром плюс 24, днем плюс 28 градусов тепла, а вечером плюс 22, также дождь с грозой. Ну а в воскресенье погода так и шепчет: бегом на пляж. Утром плюс 24, днем плюс 29, вечером плюс 25, солнечно, без осадков. Нужен сотрудник в ваш штат? Размещайте свое объявление на сайте «Блокнот Сочи» в разделе «Работа». Все подробности по телефону в описании. А еще больше актуальных новостей смотрите на нашем сайте и в нашем телеграм-канале. Всем хорошего дня и спасибо! Будьте в курсе новостей с «Блокнот Сочи».